Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня, как и обещала вам в прошлом обучающем видео, показать, как я на телефоне удаляю фон с фотографии или с картинки и добавляю в превью. Сегодня покажу, как я это делаю с помощью Canva. Это тот же сайт, о котором я говорила в прошлом видео, когда я работал на компьютере. Сегодня я покажу, как это делается в приложении Canva. Давайте зайдем сперва на мое видео, для того, чтобы взять ссылку на тот сайт, с которого я удаляю фон. Зайдем в контент. Зайдем на мое видео, вот это как убрать фон в фотошопе. Далее я захожу вот сюда. Нажимаю на него. Далее мне нужно зайти вот сюда. И вот здесь вы видите, что у меня ссылка есть на этот сайт. Нажимаю на нее и сразу попадаю на тот сайт, о котором я говорила, Removy BG. Далее вы просто нажимаете «Загрузить изображение». Нажимаем «Загрузить». Далее я сейчас поищу фотографию. Давайте вот это возьму. Вот он у меня загрузился. Вот он у меня, видите, сразу автоматически, почти быстро, очень моментально он убрал у меня фон. Далее нажимаю «Скачать». Вот сюда. Вот он у меня уже скачался. Он мне показывает уже открыть. То есть все делается очень быстро. Далее я что делаю? Мне нужно скачать приложение в Play Market. Сейчас я вам покажу. Заходим в Play Market. Вот здесь мы пишем Canva. Видите, он автоматически уже первый выходит. Я нажимаю на него. Я сейчас на данный момент уже, видите, он мне пишет открыть, так как я уже его заранее загрузила. У вас будет нажать загрузить. То есть я просто беру его, открываю. Вот она у меня выходит. Далее вы здесь зайдете через свой аккаунт Google или там через какие-то социальные сети. Там все очень быстро делается. Выбирайте любое. У меня уже тут он уже есть через мой аккаунт Google. Далее что я делаю? Видите, здесь интерфейс у них есть уже. Заготовки различные, шаблоны. Я выбираю то, что мне нужно. Я ищу YouTube для того, чтобы сделать превью. Поднимаю вверх. Ищу, где у меня находится это. Тут различные шаблоны есть. Вы можете выбирать тот шаблон, который вам нужно. Вот у меня есть, я нашла. Вот миниатюра YouTube. Мы двигаем вот так пальцем, выбираем ту миниатюру, которая нам нужна. Вы можете свою сделать, можете выбрать, какую хотите. То есть тут написано все бесплатно, как бы получается. Я просто какую-нибудь любую нажму. Вот вышла у меня, видите, геометрические фигуры. Здесь я могу просто любую текстовку написать. Я пальцем ее нажала, и она у меня выделилась. Далее я так куда по нему нажимаю, когда она у меня вся полностью выделяется. Дальше я могу здесь написать, например, свое что-нибудь, да? Так, вот видите, да? Я написала, я ее взяла, его просто расширила вот таким образом. И стрелочки вверх, вниз, справа, влево, они такие как крестом идут. Вы можете за нее двигать и перемещать туда, куда хотите. Можете просто растягивать или уменьшать. То есть далее мы отсюда выйдем. Вот здесь у нас есть внизу шрифты. Шрифты, и вот тут вы видите, в эту сторону двигайтесь. Тут все меню находится. Можно править. Написано, видите, править. Удалить можно, дублировать можно, можно шрифт добавить свой. Размер шрифта и здесь есть. Вот, то есть я могу увеличить, видите. Таким образом. Дальше крестик нажимаете. Вот здесь крестик есть. Нажали на него, вышли отсюда. Здесь цвет меняете. Вот здесь цвет. Вот, вот. Нажимаете на него. И у нас тут дает возможность выбрать различные цвета.
таким образом. Вот. Желтенький давайте оставим. Так, дальше крестик опять нажимаю. Вот здесь крестик есть, чтобы выйти отсюда. Нажала. Вышло, вот он у меня стал. Дальше мне нужно сюда вставить фотографию. Ту фотографию, которую я скачала. Смотрите, что я делаю. Я нажимаю на плюсик вот сюда, для того, чтобы добавить фотографию. Нажала на плюсик. Далее мне нужно нажать на загрузки. Вот здесь есть загрузки. Нажимаю на загрузки. И вот у меня моя фотография. Я нажимаю на нее, вот она у меня, я добавилась. Видите, я могу себя двигать. То есть могу увеличивать. Вот тут за уголок тянете и увеличиваю. Вот я встаю, видите, я уже встала здесь. Далее вы уже дизайн сами свой делаете, который вам нужно. Я просто показала вам, каким образом это можно оформлять. Далее вы уже здесь, вот тут в меню внизу есть, вы уже сами размер, цвет добавляете, формат, интервалы, эффекты, можно добавлять анимацию. То есть вот я пальцем вам показываю все меню здесь. Просто сейчас очень долго времени будет для того, чтобы я вам показал, каким образом это все делается. Здесь, в принципе, ничего страшного нету, вы можете прям пальцем нажимать на любое меню. И пользоваться этим. Далее смотрите, чтобы если ошибетесь, можно вот сюда по стрелочке возвращаться назад, вперед. Вот они, эти две стрелки. Вы в любом случае можете возвратиться в то место, которое, например, потеряли или еще что-то. Так, еще смотрите, здесь можно, значит, менять. Видите, нажимаете пальцем, когда вы можете двигать вот эти шаблончики. Видите, они выделяются у нас, можно их менять, ставить так, как вы хотите. Ну, то есть, под свой дизайн выбираете. Видите, я себя могу двигать в любое место, куда хочу. Если вам нужно еще что-то добавить, вы нажимаете опять плюсик. Нажимаем на плюсик. Далее здесь есть элементы. Элементы, вот они находятся у нас. Можно выбирать какой-то определенный элемент. Значит, видите, тут раз картинку можно добавить. Еще что-то. Диаграммы различные. Фото. Далее линии. Тоже, видите, есть здесь линии. Или можете выбрать галереи. Например, в галерее что-то вы конкретно хотите с галереи. Тут, видите, у меня тут есть что-нибудь. Тексты есть, можно добавить текст еще. Вот это то, что, помните, я показывал вам. Этот шрифт можно так один удалить лишний. Он двигается здесь, и можете свое добавить. Этот можно, например, удалить шрифт. Ой, я себя удалила. Так, ничего страшного, смотрите, что я делаю. Я беру, возвращаю сейчас обратно по стрелочке. Я опять возвратилась на место. Поэтому можете не переживать, если вдруг нечаянно себя удалить или еще что-то. Вот. Здесь шрифт добавляется, как я вам показал. Ну, вы не расстраивайтесь. Для вас, может быть, кажется, сейчас здесь все мелко, будет непонятно. Но я хочу сказать, что если вы будете потихонечку так пробовать методом тыка, здесь ничего сложного нету. На каждый нажимаете, и вам уже все будет понятно. Тут все написано подробно. Таким образом будете осваивать потихоньку весь дизайн. Я сейчас на данный момент ничего писать пока не буду, я просто показываю вам, каким образом можно вот это все менять. Здесь можно менять название тоже. Два раза на него нажимаете. Видите, он даже увеличился у нас. Нажала два раза, он у нас выделился. И дальше здесь можно что-нибудь написать. Вот. Пальцем можно увеличить, уменьшать. Двумя пальцем берете, таким образом он у вас увеличивается. Далее мы просто берем, скачиваем.
Нажимаем скачать, когда вы уже будете довольны тем, что вы сделали. Нажимаем скачать. Дальше нажимаем сохранить как. Далее, видите, здесь уже автоматически у нас вот этот размер идет 1280 на 720, который нам нужен как раз для превью. И он сохранится как раз таки, вот здесь можно выбрать, вот здесь есть тот формат, который вы хотите. Далее давайте я покажу, куда у меня скачалось. Заходим в галерею. Вот оно у меня, видите, скачалось. Таким образом, далее вы просто берете уже, добавляете свое превью на YouTube канал. Дизайн, как обычно, делайте сами. Далее, смотрите сами, можете выбирать любую программу, не только Canva, а можете свою выбрать какую-то, может у вас есть отдельная еще программа. И таким образом, просто я сегодня показала, как удалять фон и как добавлять с помощью canva.com. На этом я закончу. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими. Всем всего доброго, до скорой встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Thank you.